Объявляется минута молчания. Уважаемые товарищи, 9 мая через два дня исполняется 51 год со дня победы в Великой Отечественной войне. Суров и труден был путь к победе, поэтому все поколения отдают дань глубокого уважения тем, кто ее завоевал, сохраняют благородную память о тех, кто отдал свои жизни и пролил кровь во имя нашего будущего. Особая роль в Великой Отечественной войне принадлежит медицинским работникам. Их героический труд снискал всеобщее уважение. Сегодня на нашем торжественном митинге присутствуют ветераны войны и труда нашей Академии. Дорогие наши ветераны, дорогие фронтовики, вы достойно выполняли и выполняете свой долг перед нашей Родиной. Крепкого вам здоровья и счастья. Ваш боевой и трудовой опыт, ценнейшие достижения, пример мужества, дисциплины и воли к победе. Митинг, посвященный празднованию 51-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, объявляю открытым. Представляется ректору Московской медицинской академии, академику Российской академии медицинских наук, профессору Пальцеву Михаилу Александровичу. Дорогие ветераны, профессора и преподаватели Московской медицинской академии, дорогие студенты, 51 год на нашей земле нет войны, 51 год мы живем в мире. Дорогие друзья, мы многим обязаны нашим ветеранам, и я думаю, что мы прежде всего обязаны им тем миром, который позволяет нам трудиться, учиться и жить в нашей замечательной стране. Дорогие друзья, хотя уже много лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но память жива в наших сердцах. Мы каждый год приходим к этому замечательному памятнику, памятнику архитектора Кербеля, памятнику, посвященному медикам-героям. Я вам должен сказать, что сейчас в Санкт-Петербурге 9 мая предполагается открыть памятником медикам-героям, которые погибли на всех фронтах вот тех войн, в которых вынуждена участвовать Россия. Поэтому труд медиков, ратный подвиг оценен народом, оценен нашим государством. Дорогие друзья, любой день победы – это праздник, это возможность отдать дань тем, кто погиб на полях сражений, это возможность еще раз сказать слова о мире, слова о дружбе. Разрешите от имени ученого совета, ректората поздравить всех с наступающим великим праздником, Днем Великой Победы, пожелать счастья и здоровья нашим ветеранам. Мы очень рады, что они среди нас, что они бодры, что они участвуют в подготовке кадров врачей, что они читают лекции, ведут практические занятия. Дорогие ветераны, светлых вам дней и хороших праздников. Слово предоставляется герою социалистического труда, академику Российской академии,
академику Российской медицинской академии, лауреату Ленинской государственных премий Борису Васильевичу Петровскому. Дорогие товарищи, дорогие ветераны войны и труда, их сыновья, внуки, правнуки. Вот такая огромнейшая масса людей сегодня празднует эту победу над фашизмом. Это гигантский потенциал нашей страны. Это почти весь народ. И поэтому действительно наш праздник всенародный. Должен подчеркнуть, что многим из нас выпала большая честь участвовать в победе над фашизмом. И прав был маршал Рокоссовский, который сказал, что мы выиграли эту победу ранеными. А раненые – это наше, так сказать, близкое, то, что мы имели в своих руках. Те люди, которых мы спасали на фронте. Это великое счастье – дожить до этого дня. Спасибо за внимание. Слово предоставляется герою социалистического труда, вице-президенту Академии художеств, лауреату Ленинских и государственных премий, автору этого самого памятника, у подножия которого мы отмечаем сегодня День Победы, Льву Ефимовичу Кербелю. Нет лучшей радости художнику, чем радость ежегодно встречаться у своих памятников, которые сделаны как вечная память нашим героям войны и труда. И, конечно, все мои коллеги отмечают, что это самый лучший из всех памятников, потому что тут уже сказали, что вложена душа. Тут действительно вложена душа. Я сам фронтовик, на Северном флоте всю войну пробовал. Потом по приказу Жукова поставил в Берлине у Бранденбургских ворот первый памятник героям штурма Берлина в 45-м году в ноябре месяце. И на Зиеловских высотах, где штурмовали Берлин, где были крупные танковые бои. Много памятников в Ярославле, в Малом Ярославле, все победе, все победе, все победе. Я хочу отметить медиков, которые помогали за, и особенно студенты медицинского института, которые своими грошами помогли мне сделать этот памятник. Я не брал денег за авторскую работу, но для того, чтобы достать гранит и вырубить из гранита, достать мастеров, студенты и профессора своим вкладом, в общем, это памятник действительно медицинский, всенародный, и к этому памятнику очень много идут. Я хочу особенно поблагодарить академика Петровского, который тогда был министром, он открывал этот памятник. Я хочу отметить многих, и Кованова, кстати, Сеченов мой тоже у вас в 58-м году был поставлен. И вот Кузин Михаил Ильич, если я не забыл, правильно называю, выйдите наперед. Он был инициатором вообще сбора этих средств, и он меня вот так вот шевелил, чтобы я этим делом занимался. Спасибо вам, дорогие друзья, не только фронтовики, а те, кто понимает и уважает фронтовиков, потому что именно они сделали вашу жизнь, ну, более-менее счастливой, потому что я думаю, что дальше будет лучше. Спасибо вам, будьте счастливы. Слово предоставляется активной участнице партизанского движения, герою Советского Союза, доценту Троян Надежде Викторовне. Это замечательно, что в эти майские дни, предшествующие Дню Победы, наш коллектив собирается здесь для того, чтобы
отметить замечательный праздник, для того, чтобы вспомнить эти трудные, но дорогие для нас всех дни, для того, чтобы почтить память тех, кто не смог быть с нами сейчас, но чья память увековечена в этом замечательном памятнике. Хочу сказать, что совет наш возглавляет Павел Львович Лазарев. Это не просто генерал и не просто доктор, а это доктор, который был участником Великой Отечественной войны, это доктор, который и в трудные послевоенные годы, Павел Львович, дайте мне сказать, и в трудные послевоенные годы, возглавляя медицинскую службу внутренних войск страны, нашей необъятной Родины, он везде бывал, везде работал, везде оказывал помощь. То есть он знает, что такое жизнь, что такое здоровье тех, кому доверено оберегать здоровье людей. Спасибо вам за внимание, извините за многословие. И я хочу еще раз поблагодарить тех школьников, которые сегодня пришли к нам для того, чтобы посмотреть на своих будущих учителей и познакомиться с ними. Спасибо. Спасибо, Надежда Викторовна, спасибо. Слово для приветствия предоставляется студенту 4-го курса научно-педагогического факультета Напалкову Дмитрию. Солдаты, павшие в бою, вы все сражались до конца. В боях за родину свою отдали души и сердца. Ваш подвиг не забыть вовек. Бессмертны вы до той поры, пока есть звездные миры и жив на свете человек. Перед закрытием митинга я хочу предоставить слово нашему уважаемому ректору Михаилу Александровичу для приятного сюрприза нашему архитектору. Уважаемые коллеги, Лев Ефимович нас не радует, не так часто посещает, редко бывает у нас. Мы изготовили копию памятника работы Лев Ефимовича Кербеля. Я хочу подарить на память вот о сегодняшнем митинге автору памятника изображению бронзы. Митинг, посвященный празднованию 51-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, объявляю закрытым.